Хочу вас познакомить еще с одним свободным птенчиком, самостоятельным. Альбиночка. Вот он хорошенький, маленький, хорошенький. Я повторяю, что птенчиков не отмываю перед продажей. Это оперение, которое с рождения. Сейчас птичка будет, сейчас ему 2,5 месяца. Птичке будет в районе 4 месяцев. Они линяют, 3,5-4, ювенальная первая линька. И будет хорошее такое оперение. Сейчас перышки такие мягенькие еще такие вот. А потом уже будет более жесткое, взрослое оперение. Хорошим, без залысин. Тут показываю, да, что ты без залысин. Лапочку маленькую. Хороший птенчик. Стройный, не крупный. Такая стройняшечка. Хороший. Смотрите. У всех альбин белых и люцин желтых вишневые глазки. С возрастом они становятся более темные, почти черные. Если поднести к окну, то видно, конечно, что такой вот красный оттенок останется. Да?